Ну, здесь был дом. Вот вес в дом. Я лежал там в комнате. Дочечка сидела в кресле у меня. Она инвалид. И два внучка, и зять был. Вот. Как бы бэхнула одна ракета, полетела, потом вторая сюда выпала. Меня выкопали, и двух внучков выкопали. Вот. Дочку раздавила пополам, переломала. Погибла девочка, 12 лет. А двух внучков... Меня откопали вот там, где собака, вот где-то меня там откопали. Вот. Я по телефону еще мог говорить. Нашли меня, а внучков нашли там чуть дальше где-то. О, Машеньку мертвую достали, зять. Вот тут один погиб. А вон машина зарыла жена. Жена заезжала как раз во двор в это время, когда ракета попала. Жена, теща, рядом сидела второй зять. Один же тут погиб, а второй зять там был и подруга. Алина, Анина, наша подруга, сгорели живьем. Алюминий даже поплавился. А двух внучков откопали. Они сейчас в Польше. Леша и Саша, 7 и 8 лет.